что посоветовать. У нас создан специальный интернет-ресурс vpnlove.me, на котором мы сконцентрировали несколько надежных VPN-сервисов, которым доверяют международные цифровые правозащитные группы, такие как в том числе Electronic Frontier Foundation, Access Now и так далее и тому подобное, и которые прошли через наш технический аудит, через аудит нашего технического директора в том числе. И вот мы готовы доверять этим VPN-провайдерам, потому что не все VPN одинаково полезны. Многие могут собирать информацию в личных целях для передачи третьим лицам, в том числе там, не только спецслужбам, например, но и для коммерческим организациям, либо мошенникам, которые могут манипулировать вашим трафиком и проникать в него. Tor, ну не VPN, Tor, тут же FreeGate. Вот все FreeGate я бы не рекомендовал использовать, он подсовывает рекламу, и мы не рекомендуем его использовать, но на страх и риск каждого человека. Нам он не совсем нравится. Вопрос. Смотрите, заморачиваться с подключением VPN, еще платить деньги, ну там кто-то захочет, кто-то нет. Вот из двух зол выбирают меньше. Вот меньшее зло Tor. Ну, Tor можно использовать, в принципе, да, но многие сайты не пускают через Tor к себе. Например, та же Википедия подозрительно относится к трафику, исходящему из Tor. Да, да, там открывать свое представительство крупные, и в том числе социальные сети. Facebook открыл свое представительство в Onion Zone, например. Ну, то есть все Tor, да, остановимся. Или что-то еще, может быть, 3-4 совета? Если ну, есть, да, плагины к браузерам, безусловно, можно их использовать, но, опять же, я бы внимательно смотрел на разработчика и смотрел, что происходит, потом какие-то происходят манипуляции с вашим трафиком или нет. Это даже можно заметить, что у вас где-то начинает появляться реклама или что-то притормаживает, что-то происходит не то. Значит, это может зависеть от плагинчика, который значит, вы установили. На первом месте Tor все-таки. На первом месте VPN. Я бы поставил на первом месте VPN. Это инструмент. Это же вы получаете не просто обход цензуры. VPN это вообще не про то. Да? В первую очередь этот сервис, эти сервисы призваны защищать ваш трафик, шифровать ваш трафик. И уже как такая дополнительная опция, ты обходишь государственную цензуру и выходишь в открытый мир. Все-таки VPN на первом месте.